Добрый вечер, уважаемые жители Приморского края. Сегодня у нас закончился четвертый день сбора подписей в мою поддержку как кандидата в губернаторы. Общими усилиями на наших пунктах сбора и нашими добровольцами собрано порядком 6000 подписей граждан физических лиц. Но на самом деле сейчас самая острая проблема – это подписи депутатов. Мы их собрали всего 37, и с завтрашнего дня мы должны усилиться. На территории очень большая проблема, что один из кандидатов собрал подписи полностью для себя. И сейчас мне их фактически нереально получить. Я хотел бы обратиться ко всем вам, поддержать меня и помочь тем, обратиться к тем депутатам, поселенческим районам, которые, возможно, являются вашими друзьями, соседями, и взять у них контакты. Те, кто не подписал ни за кого, передать их мне. Напишите во все мои социальные сети. От себя лично, от всей команды Ищенко, хотел бы поблагодарить всех неравнодушных жителей Приморского края, кто поддерживает меня в эти сложные на самом деле минуты. Ровно неделя осталась до того момента, когда 18 ноября до 18 часов я должен сдать не менее 8010 подписей граждан физических лиц и 147 подписей депутатов городских, районных и муниципальных дум. Спасибо, что вы все поддерживаете. Отдельную благодарность хотел бы сказать всем тем, кто поддержал финансово, сделал перечисление на избирательный фонд. Вчера я проверял, поступило 45 тысяч рублей. Спасибо большое. Это достаточно будет для того, чтобы заверить 30 подписей депутатов, осуществив нотариальные действия. Я верю, что у нас все получится. Самое главное, что Приморье объединяется вокруг той идеи, что власть должна принадлежать народу. Спасибо. В Приморском крае продолжается. Сразу несколько муниципальных депутатов заявили, что накануне очередного этапа голосования их просто вынуждают поставить подписи за назначенного Путиным кандидата, исполняющего обязанности главы региона Олега Кожемяка. Эти подписи нужны для преодоления муниципального фильтра. И власти, судя по всему, хотят, чтобы недавнее назначение с Кремля этот барьер преодолел без проблем. Подробности происходящего в Приморье, а также реакция оппозиционного кандидата в материале Елены Дементьевой. Лен, привет, тебе слово. Да, Даш, привет. Но в Приморье сейчас, правда, высадился целый десант политтехнологов и экспертов. Они как раз бьются за голоса муниципальных депутатов. Каждому кандидату для участия в выборах нужно собрать минимум 140 подписей. Но, правда, официальных можно собирать только с пятницы. В этом вся хитрость. Депутатов много, их всего около 1000. Уже сейчас на некоторых начали давить сверху. Например, Олег Чебиряк, депутат Думы Харольского района от КПРФ. Он рассказал мне, что его уже несколько дней пытаются переубедить и просят поддержать временно исполняющего обязанности губернатора Олега Кожемяка. Ну, кстати, именно его Путин назначил после скандала со вторым туром выборов на пост в Рио-Приморье. Сначала говорили с депутатом лично, потом через работодателя, затем бывший начальник позвонил его жене, она сейчас на пенсии. И вот два дня назад попытались надавить на пожилую мать депутата. Это был разговор по телефону с моей престарелой матерью, матери 82-й год. Председатель совета ветеранов у нас в районе. Она примерно в такой форме рассказала. Якобы тебе что, сын твой не дорог? Якобы ты его не любишь? Ну, то есть, вот вы знаете, угроза практически жизни и здоровью. Глава Чкаловского сельского поселения в Приморье, тоже коммунист и сторонник Ищенко, рассказал, что к ним в Спасский район тоже уже приезжали политтехнологи. Это был председатель Думы и замглавы района по социальным вопросам. И с ними один технолог, политтехнолог, приглашенный работать на территории. Где-то берут подпись человека на пустом бланке, где-то просто ему говорят, ты вот на словах нам, в присутствии свидетелей, скажи, что будешь подписываться за Кожемяка. А люди на селе, они подвержены держать слово. То есть, если сказали «да», то «а», то «б» уже не меняют. Да, то есть вот пытаются с них взять вот эти слова, обещания. В соседнем Хасанском районе отдавать подписи за Кожемяка агитирует сам председатель местной думы. Сначала приехала, попыталась убедить, что нужно собрать подписи за Кожемяка. Когда ей отказали, тогда началось
пофамильное давление на человека, начали выяснять, кто где работает, у кого он где, какие там муж, жена. Например, если это учитель, то через работодателя, через директора школы и управления образования района. Если это там где-то работает на частном предприятии, значит, пытаются выйти на директора, чтобы директор повлиял, вплоть до того, что с угрозами уволить человека. Сейчас в каждом районе Приморья работают минимум по два политтехнолога от «Единой России». Они убеждают депутатов муниципальных комитетов и дум подписать так называемые «пустые листы поддержки». Об этом нам рассказал коммунист Андрей Ищенко, кстати, самый главный конкурент единороссов на этих проблемных выборах.